Она застукнула. Всем привет! Вы на канале VTF Channel, и сегодня в этом уроке я собираю дрон FPV на базе полетного контроллера Mamba F722S Mamba System. Так, что теперь? Теперь надо понять. Так, кстати, вот прикольные антенки. Теперь надо понять, как эту байду аккуратненько привинтить воедино. Даже немножко ослаблю. Посадить ее на что-нибудь мягкое, на какую-нибудь пену. А вместо этих я поставлю те, которые были в комплекте. В комплекте от рамы. Они симметричные, с двух сторон одинаковые, да? А нет, не одинаковые. Но я каким-то способом умудрился их посадить именно так, как надо. Теперь я присоединю кабель. Кабель от регулятора скорости. И присоединю его к полетному контроллеру. Без изоленты в наше время никуда. Вот так она и выглядит. Сюда. Так, где у нас что? Это у нас зад, это перед. Соответственно, вот так оно идет. Ага, сюда и сюда. Он сделан из эластичного, из флекса, как он называется, флекс. Да. Головой сюда. Так, наверх. Да, провод лучше провести внизу, вот здесь вот, шук-шук-шук, и вывести его сюда, наружу. Теперь в держатель я вставляю антенны от DJI. Они довольно туго входят. И теперь надо придумать, как их воткнуть в этот Air Unit. Наверное, надо было это сделать заранее. Но в любом случае придется гнуть, для того, чтобы потом этот держатель привинтить к стойкам. Все, вставил, защелкнул. И осталось только это все собрать и стянуть как следует.
Дальше мы идем на DJI.com, FPV, FPV Info. Так, жмем Enter, бла-бла-бла, реклама, реклама. Идем в раздел «Скачать», раздел «Software» и качаем себе DJI Assistant 2 под FPV-серию. Так, ввожу пароль. Да, еще надо установить драйверы, без которых он... Так, если что-то непонятно, то здесь есть видео, как пролинковать, запустить и инициализировать все эти штуковины. То есть это очки, аппаратура управления и, собственно, сам Air Unit. Так, на случай, если кто-то не посмотрел уроки от DJI или не понимает английского, я покажу, как соединить очки с Air Unit. Для начала подключаются к батарейке сами очки. Я подключаю их вот к такой вот батареечке. После чего нажимается вот этот вот, вот эта красная кнопочка. Пип-пип-пип-пип. После этого надо включить питание в дрон. После чего надо подключить дрон к питанию и нажать кнопку Link. Она находится вот здесь. Вот сюда эту кнопочку. Кнопочки. Загорится красный огонечек. И очки пипикнули дважды. Пип-пип. Сказав нам, что ура, все работает. Для того, чтобы забиндить пульт с полетным, с Air Unit, полетный модуль, воздушный модуль Air Unit, первым делом подсоединяем аккумулятор. Сначала подсоединяем аккумулятор. Пип-пип. Только вот эту вот кнопочку надо нажать, пока она не загорится красным цветом. Видно. Она загорелась красным цветом. Теперь надо перейти вот сюда, включить пульт. Короткое, длинное нажатие. Сейчас у меня включен. После чего надо нажать вот эту кнопочку, рекорд. Вот это колесико, оно нажимается. И вот эту кнопочку втроем, показываю на другом экране. Кнопочку рекорд, вот эта вот запись. Вот это вот колесико, на него надо нажать. И вот эту кнопочку одновременно, все втроем нажимаем. Нажали, попищали, оно стало зелененьким. Кнопочка загорелась зелененьким, и он говорит, что все ништяк. Теперь дело за малым. Осталось настроить ресивер и немножко потанцевать с бубном для того, чтобы он заработал. А еще я предлагаю вам слегка отвлечься и заценить мой видос, который я снимал этим летом, когда мы с пацанами провели несколько умопомрачительных дней в диких безлюдных местах на Сахалине в поисках касаток и прочей морской живности, подводные съемки, съемки с дрона и экшен.